Че, может, сходим, а? На райский массаж. Не райский, а тайский вообще. Ну, хотя, смотря какой массаж, может, и райский. А если плохо сделать, то джайский. Ну, если что, просто попаримся. Че, на работе мало паримся, что ли? Капец, блин. Круто дел дофига он. Здравия желаю, шеф. Самый обманный шеф в мире. Гуманный. А гуманный? Че надо, это упас? Че надо, Серик? Я тебя спрашиваю. Шеф, я насчет того угонщика. На самом деле он не угонял машину, он хотел пригнать ее. Может, отпустим из-за гражданской незнательности? Сознательность. А, сознательность. Ну, пусть напишет объяснительную тогда. Но это, отпустить его мы не можем. Он уже в краже самоката сознался. Как сознался? Не может быть, чудо. Еще как может. Если медведь ведет опрос, то он скоро убийство Кеннеди на него повесит. Все, идите, разбирайтесь с ним. Блин, пойдем, Серик. Я быстрее делаю, пока он там. Алло, медведь. Валентина Михайловна, успокойтесь. Успокойтесь, я вам говорю, не кричите. Зайдите в спальню. Зашли? Там у вас коричневый комод есть. Нашли? Вот, вторую полку откройте. Сверху вторую, да. Открыли? Нашли? Ну, вот, я же вам говорю, вы украли, украли. Все, Валентина Васильевна, не мешайте, я работаю, сильно занят. Ага, до свидания. Ну, ты молодец. В кабинете уже начал преступление раскрывать. Если бы. Ее склероз меня доконал уже жизнь. Прикинь, утром берет пенсию, вечером мне звонит. Ой-бай, все, украли пенсию, давайте приезжайте, то все. Куда-нибудь положит и забудет жизнь. Мне бы твои проблемы. Надеюсь, вы насчет ужина? Че? Какого еще ужин? Ну, я просто жрать хочу. Думаю, вдруг хотите угостить. Кто бы нас угостил, Меди? Короче, братан, мы к тебе с просьбой. Я же говорил насчет ужина. Все, поехали за ужином. Нет, брат. Мы потом пацанчик, которого за угон патрульки поймали. Короче, он не крал. Да. Там ошибка возникла. Он не хотел красть. Да. Просто непонятки какие-то, да. И ты на него еще самокат повесил. Короче, походу, без ужина останусь, да? Во-первых, никто на него не вешал. Ну, так подозреваю просто. Во-вторых, этот самокат украли у племянника. Майрапай, что ли? Да какой Майрапай? Высший этаж бери. А, у шефа? Блин, Меди, надо отпустить его, пожалуйста. Он не виноват. За него там реальные люди ручаются. Да, помоги, братан. А эти реальные люди, случайно, не хозяева ресторана? Нет. Тогда ничем помочь не могу, извини. Брат, мы же тебе помогали все время. Тоже помоги нам хоть раз. Когда это ты мне помогал-то? Ну тогда, помнишь, когда это? Ну вот, Серика не было. Ладно, ужин, брат. Хорошо, помогу. Что с вами делать-то? Ужин будете должны. Хорошо. Все, брат. Сейчас идете, находите мне этот самокат и забирайте своего парня, нафиг он мне не нужен. Вот все ориентировки, давайте ищите. А можно сначала отпустить пацана, потом самокат найдем? Я тебе что, массажный салон, что ли? Сначала массаж, потом деньги. Давай, давай, ищи. Все, братан, рахмет все равно. Все, все, хорошо. Давай, Миди. Фотографии, что ли? Следователь Чапаев, ВВД слушает. Валентина Михайловна, не кричите. Не кричите, успокойтесь. Зайдите к себе на кухню. На кухню зайдите. Видите холодильник? Открывайте. Морозильник внутри, видите? Открывайте. Ну вот. Кому ваше мясо нужно, Валентина Михайловна? Звонда вермингши. Не звоните, говорю, это постоянно. Давайте.